Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я обращаюсь к моей малой родине, там, где я вырос, в Херсоне, Херсонской области, город Олешки сегодня, а ранее Сердюбинска. То, что я увидел на кадрах в социальных сетях, я в ужасе. Меня это очень огорчило, а с одной стороны и обидело. Мне обидно за жителей города Сердюбинска. Мне обидно за то, что вами управляет такой вурдалак. Его место, как ворону, в тюрьме сидеть. Я ведь уехал 5 лет тому назад. Оставил этот парк красавец. Мне жалко, что вы сегодня, как народ, как люди, которые живете в этом городе, не смогли воздействовать на этого гада, который привел этот парк к разрухе. Посмотрите внимательно этот видеосюжет. Думаю, вам всем не только будет интересно, но и грустно. Поверьте мне, за свое надо стоять. Свое надо отстаивать. Особенно, когда на халяву подарили, надо беречь. Думаю, если так и дальше будет происходить, то Украина никогда в Европу не попадет, а просто развалится. Добрый день, дорогие мои люди. Мы продолжаем прямые трансляции из нашего сумасшедшего дома. Сегодня мы находимся в нашем херсонском Цюрихе, или как мы многие уже подчеркивали, этот город переименован в город Олешки. Когда-то это был Сердюбинск в честь наркома, очень серьезного наркома продовольствия Сердюбы. Так вот, что сегодня происходит? Вы сейчас видите, мы находимся в самом практически центре микрорайона Олешки, где вот такой вот пустырь был в 2006 году. И трудами тогдашнего народного депутата Украины Алексея Журавка было все вычищено, вырезано и, в принципе, создан вот тот парк, который сегодня мы видим, превратился вот в такие вот заросли. Но давайте мы с вами сегодня попытаемся пройти все-таки и посмотреть, что же было. Все вы помните вот такие вот процессы, которые были. Смотрите, журавли. Понятно, что вороны, которые захватили сегодня Олешки, ни хрена не делают. Давайте пройдемся по парку и посмотрим, что же осталось сегодня у нас вот этого парка. Насколько я знаю, что это была плитка положена специально, было специальное освещение, был специальный полив, который тоже был здесь специально для чего-то сделан. Сейчас здесь никто ничего не делает. Насколько я знаю, что с лавочек были сняты деревянные такие вот настилы. Вот посмотрите, пожалуйста. Вот сейчас оно в таком состоянии, собственно, и находится. Пожалуйста. Вот у нас город наш, Олешки, и идет дерибан земли, идет именно дерибан земли, продажа земли возле Днепра особенно, ну и как мы видим, что в городе ничего не происходит. Мы видим то освещение, которое специально завозилось из Германии, фактически тотально разрушено, уничтожено, также не существует этого полива. Вот какого-то хрена срезаны деревья, посмотрите внимательно, срезаны деревья, хотя здесь в принципе мы видим, завозилось из питомника, из Крыма когда-то заводились всякие деревья. Ну и подойдем, самое главное, к тому, что в принципе вандалы сегодня уничтожили. Здесь были специальные цепи, вот мы видим, пушка здесь стояла, насколько я знаю, мне местные жители рассказывали. Пушки нет, ядра все здесь уничтожены, сбиты цифры, но мы же с вами казацкого роду, здесь были украдены цепи. В итоге, если выйти, все жители, кто жители Сердюбинска, помнят, что здесь было, вот забор, смотрите, забор у нас практически завалится. Я думаю, что еще немного, его просто отсюда унесут. Если мы перепрыгнем сейчас через забор очень аккуратно, то увидим, что здесь стояли также фонари, которые, кстати, были неким открытием для центра целого города. Но сегодня все находится в занепаде, все практически, мы говорим, уничтожено, и жизнь продолжается. Поэтому разница между, как у нас говорят, синицей и журавлем в небе, она ощутимо есть. Но у нас здесь даже не синица, у нас здесь ворона. И этот режим, который сегодня довел до состояния или положения дел, которое мы с вами ощущаем. Там еще есть одна часть парка, который фактически сегодня никому не нужен, и те жители, которые приводят сюда детей, должны четко, объективно понимать, что когда здесь был хозяин, здесь кипела работа, здесь была некая цивилизация. Сегодня здесь
как у нас говорят, после особенно революции достоинства, полное достоинство и уважение наших граждан. Мы сейчас с вами поедем на другой объект и посмотрим, когда что было и когда во что что превратилось. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и давайте прикидывать хрен к носу и сравнивать ситуацию, которую мы можем сами увидеть.